Всем доброе утро. Всем приветик. Мы тут... Каролина помогает на стол собирать. Еще, ну смотри, что еще нужно. Сыр? У вас... Так там есть уже сыр? Нет, не надо сыр, там уже есть. Я недавно купила попробовать перчик консервированный. Он немножко острый, с чесноком. И его очень вкусно на хлебушек мазать. Ну, это на любителя, конечно. У нас не все такое едят. Так, все, что еще у нас там есть? Варенье давай. Вот, варенье доставай. Малиновое. И мы сейчас будем кушать. Так, я здесь жарю хлебушек. Так, вот, до конца. Вот, молодец. Как хлебушек выскочит, сразу его в тарелочку, хорошо? Ладно. Ксюша тоже помогает. Смотрите, я какая хожу раненая. Вся поцарапанная. Вот это вчера поцарапал он меня. Будем, как всегда, завтракать, обедать. Погодка замечательная. 22 градуса сегодня. Нутеллу? Как хотите. Да. Давай, осторожно, горячее сюда. Опа. Теперь еще бери два. Молодец. Спасибо. Свет выключай, дверь закрывай. А мама, Нутелла нету. Есть, я куда-то убирала. Вот она. Фика проткнул ногу. Это он так играет у нас. Глазик чешется. У Макса, по-моему, начинается аллергия. У него точно такая же, как у Ксюши. На траву, на цветение. Сейчас начинает цвести у нас все. Вчера они гуляли, пришел домой. Глаза чешутся, красные. Как он на вытяжку залазит, ты не знаешь? Не знаю. Представляете, он уже на вытяжке у нас сидит. Запрыгивает сначала сюда, я так понимаю, и потом наверх. Можно к вам? К тебе спрятать его? Фильку. Давай пошли на стол собирать. Она нападает на него. Да, еще два. Ты зачем нападаешь на кота? Филька ждет, ждет, и потом как прыгнет на него. Все, расчесалась, причесалась. Хлебушек. Кто будет чай? Кто будет, не знаю, что? Я буду чай. Чай будешь? Да. Ксюша чай у нас не пьет вообще никакой. У бабули вчера день рождения было. Детки подарили тюльпанчики. Такие вот розы. Оранжевые. Вот. Ой, выскочили. Все, хватит. Я так думаю, достаточно. Если будет мало, то потом еще сделайте. Так, теперь нужно чай наливать. Он горячий, осторожно, я уже согрела. Чашечки. Это вот бабули надо достать. Бабули. А это Макс. Это мне. Это Максу. Это Маргарите. Это Макс. Я сейчас сделаю лимонад с лимончиком. Я еще решила три яйца пожарить. Кто-то, может быть, будет. Ты будешь? Да? Наша танцующая сковородка. Не крутится. Думаю, вот так вот прикрою, чтобы она быстрее приготовилась. Немножко убавлю. Так, бабуле надо кофе. Так, все, всем приятного аппетита. Макс, садись за стол кушать, пожалуйста. Садись за стол. Че такие все задумчивые, о чем думаем? Не выспались 12 часов до 12 спать? Так, я сижу, настраиваю бабушке часы. Подарили ей вчера вот такие вот часики, новую модель. Вот, и теперь мне нужно их настроить. Вот, сегодня какой день? Среда. Все настроилось. 18 градусов. Все, тут уже все на русском. Что хорошо, в этих часах можно определить кислород в крови. А на тех часах у нее не было этого. Будет бабуля теперь вот с такими новыми часиками. Вот. Вот. Это вот ее старые часики. Я не знаю, какая это модель. Пятая или четвертая. Ну, включайся. Они уже даже не включаются. Вот. И вот это новая моделька. Вот она, шестая. Они уже плохо работают. Видите, когда трогаешь, они не включаются. Буду убирать на кухне. Как всегда, нужно сначала разгрузить. Thank you.
сейчас буду опять делать масочку из алоэ, потому что у меня уже закончилось. И вот такой вот кусочек остался в холодильнике. Я буду перемалывать вот таким блендером. Так, вот он кусочек. Я сейчас вот эту вот верхушку сниму. Вот так вот ножом. Вот. Берем ложечку и вот так вот снимаем всю эту мякоть. Я не буду кушать, я для лица делаю. Это тоже для лица? Угу. Это неудобно. Так, все, теперь закручиваем. Перемалываем. Я теперь так оставлю, чтобы эта пенка вся ушла. Так, и потом мазать на лицо. Все стоит. Чтобы пузырьки все вышли. Все. Я сейчас буду готовить ужин. Хочу сварить спагетти. И у меня здесь свининка. Пожарю я ее, скорее всего, наверное, с овощами, либо с сливочным соусом. В общем, сейчас я по ходу дела решу, что буду делать. Я еще решила отварить брокколи, и сейчас я их добавлю к мясу и к сливкам. Мама, иду по это с кем? Это с мясом. Это мясо и брокколи. Всем приятного аппетита. Папа сидит, тут бабуля. Хорошо. Так, ты взял уже себе вилочку? Я две лишние взяла. И сыр тертый. Каролина, сыр будешь? Сырочек. Макс, перчик уже красненький, вкусный? Нет, не горький, сладкий. Ты что? Сладкий он? Филька, пойдем гулять. Филя, пойдем. Пойдем. Все, теперь можешь идти. А нет, он сразу ложится. Она мокрая? Он не гуляет. Нет, какая мокрая, если бы дождика не было. Филюш, пойдем. Боится. Филька. Ты меня любишь? Да, ты меня любишь. Филиппич, Филиппич. Он сразу ложится. Ему не хочется бегать. Нюхает, нюхает. Только когда без поводка, он более увереннее ходит. Он просто он не понимает, что на него нацепили. Пойдем, я тебе помажу голову. И потом мыться пойдешь. Пошли. Кстати, Маргоша помогла эта маска с йогурта. Один раз она только сделала, и у нее не чешется, не шелушится, ничего, перхоти нет. Поэтому, у кого есть такие проблемы, попробуйте. А папа наш сделал тоже себе маску, только с алоэ. Вот как я сегодня перемолола. Йогурт тоже помогает, и алоэ вера. Что ты сняла? Я уже одна улица. В них иди на улицу. Нет, это что-то. Иди в них на улицу, говорю. Учись ходить.
Тем более на улице. Дом это одно, на улице это другое. 5 минут походила и все. А куда ты идешь на улицу? Ксения Хунчаусе. Когда тебе буду маску делать на волосы? Когда придешь? Маску на волосы. Помогло же тебе? Больше не чешется? Перхоти нет? Нету вообще. После одного раза, ребят, сразу помогло. Нет, не перхоти, ничего. Ну, в 9 придете. Скорее всего, Макс там на площадке, да? Ага. Ну, давайте. Каролина. Каролина тоже. Все ушли, а мы остались. Филька, буду тебе пересыпать корм. 20% скидка была. Конечно, прям отсюда поешь. Чё ж там? Не помещается. На, ешь. Тебе опять надо купать. Ты вся липкая, грязная. Пушистик мой. Ты пушистик мой. Кто там играет? Я. Ты? Да. Музыкант. Это что такое валяется у тебя? Почему ты убрал эту стенку? Лего, убирай в коробку. Давайте, убирайте игрушки спать. А Ксюшу мы сейчас будем мазюкать. Йогуртом тоже. У него такая простуда выскочила, на губе большая. Болеть не могу. Прямо аж... дергает. Пойдем, Ксюш. Холодная? Надо было тебе ее достать давно. Не надо. Будешь кисличком будешь пахнуть. Ксюше хорошо спать, она кроватку стелит. Слышь? Хорошо с тобой спать, ты кроватку стелишь. Аккуратненько так, да. Все аккуратненько, ведь ровненько все. Тоже все готово. И обязательно увидите спят Мишка с зайчиком. Без них она вообще никуда. Решили, что влоги будем снимать через день, поэтому, чтобы вы нас не теряли, чтобы вы уже знали, когда выйдет влог. Поэтому, мне кажется, так будет удобнее. Есть моменты, когда я могу поснимать каждый день, но не всегда. Не всегда я это могу делать. Вот, поэтому это надо. Тяжело говорить, губа болит. Тяжело говорить, губа болит. Так что я уже не могу буду отдыхать, потому что когда она мне шевелится, мне прям больно. Вот, так что вот так, ребят, договоримся с вами, что будем через день с вами видеться. Всем пока, спокойной ночи. Увидимся в следующем влоге. Пока. Она уже, мы ей уже голову промыли. Посмотрим, какой результат у нее будет. Все, всем пока, ребят.